чтоб запикало. Надо понять, работает оно или не работает. Вон на этой Ебать, карте что так знаю долго круто? позицию. Пиздец. О, тут голд был. Голд был. Блять, быстрые стоят. Куда полетел? Быстрый шар? О, вижу, вижу шарик уже там заряжен. Я там один закидывал. Поехал. Здесь, кстати, очень четкая позиция, которая Да, закрывает у них весь на респ. респах тут норм, конечно. Сейчас до Нет. куполов бы дожить, и норм будет развал. Тут просто вот здесь вот ставишь от подъема Я кину и щит. вверх даешь. И все. Тут такие Да, связки сейчас можно вижу. давать. Конкретные Вася связки. А что говорит? Конкретные Вася связки. Завтра скидки в гараже вроде, да? А я возьму себе тоже это устройство. Шариком медленным. Я прожимаю. Смотрим. Ну, чуть подальше дайте, если честно. Так, тут мамонт с овером. Он даже не думает, я хоть ему и так норм. Чем у тебя овер есть? Да. О, мамонт. Э, куда, куда ты? Он даже не знает, как теперь сбивается этот самый купол. А, да, я сегодня еще эту тему сделали. То есть он может проехать по... Ему Ну, надо вот просто этому. въехать вот в эту центральную дырку. И все. Да, я понял, И да. сбивается овер. Еще Васпик вроде сбивает бомбой, не? Да. Васпик Прикольно. сразу, да, Тём, как только ставит, сразу сбивает? Нет, как взорвется. А, как взорвется, так. А, так это ничего страшного. Тогда можно просто перебить его куполом и все. Ну это так, не сильно контролить, типа. Особо. Так, я жму ее сейчас следующий. Что-то и все равно где-то нет. Все, блядь. Ай, блин, пробитие дали. Хреново, когда нет иммунитета. Ты Да. допускаешь в одну сторону, поэтому и говно, ёптую, Артём. Чё, куда мы тебе стоять? Ну вон туда, вон Так там влево типа точка! стоят. Там точка, они не должны выезжать оттуда. Ну, типа и чпокают. А чё, у тебя овера не было? Нет, только появился. А. Ну ей, сука, а чё ты стал нахуй? После Бить этого сука, пидорас! Обидь ты этого дурака, боже. Да я хочу, блин. Так им постоянно не еду, блядь. Хоть бы это и правую полосу съебал с этим нехуй. Стал писать еще. Ну пишет тебе, что ты дурачок. Без мозга. Что ты скажешь? Как всегда. Куда тут пускать эту хуйню, блять, они все так вздыхать. Куда ты едешь? Куда ты поехал? Проедете сюда? Нет? Ну, угу, все, еду, я меня точку слили. Забираю нашу и еду. Все, я полетел. У меня есть еще купол, если сейчас поживите, я Я прожму, я прожму. А, ну давай. Да тут она пускать, чтобы они там стыхали. Я пойду с бровку почищу, там что-то типов очень много. Блин, сейчас меня походу почистят. Короче, нам шарики а, выделили. Сука. Блэд. Сдох. Там 4 на бровке стоит, можно на бровке чпокнуть их. Я не достала, собака. Хоне что-то хочет. Хорошо, что я вам овер хоть прожал. Не будет, это ты. Да я еду. Я защиту точку заберу. По пути. Меня сейчас въебут. Мод едет. Я еще уверен, ждет все габало. Ну, кстати, это, конечно, прикольно будет. Он вроде бы успел. Как говоришь, Сос? Говорю, 15 минут так стоять интересно, конечно, будет. Угу. То успеем киллов дать.
Ай, блин, не-не-не. А. Совер нужен, Ивачик, толстый пальчик. Блин. Уехал Совер такой, ой, слава. Да я не видел, что у меня есть. А купол Титана не сбивает Мамонту эту тему случайно? Не, в обратном направлении вроде не работает. А, это да, это чисто купол не шпаны цепели. Ну да, Реж же думает, как его занерфить. Чтоб... Да, зачем нерфить Тесту, если можно нерфить купол? Ну, как бы это работает только эта связка. Ну, как Тесла бы, сама если... по себе что же нагибает, все на ней ставят, тем более. Ну, я бы не сказал, что так сильно. Что такое? Что толпать? Сбил, сука. Задумался. Сейчас подъеду, купол кину. А где мой шарик, я не понял. А, то что он на купол наехал, только тогда сбивается, походу. Но если он на эту дырку наедет, вот видишь? А, да пол вообще. Пока до нее доедет, я ее чпокну. Ну он же сейчас доехал, сбил. Доехал. Не все даже, думаю, знают, что туда надо ехать. Ну да. Я даже не знал, до сих пор. А ты-то тупой вообще, блин. Ну, как ты мог знать? Теперь тебя. Ты прожмешь сегодня, Олег? А, еду ставить. Я точку за. Кто обздох? Нас уже не даже не. Кто попадал? Хотя тебя и сосуем. Пошел уже. Ну сколько тут можно дать киллов? Ну, 70 можно, наверное. Да говно тут, мы их особо не респим, они все убегают. Не респим, я уже 30 дал. За обычный матчмейкинговый кат. Я ничего не дам. Ай, блядь, поджопник. Зайчик, блядь, зайчик, найди на купол. Я тут не шарит еще, типа, первый день только. Вон этот. Но все равно он чпокнул. Ну он там ближе, ну не прям по нему проезжал, а чуть-чуть зачепился там, наверное. Нормально сделал. Че, у вас там будет купол? Не, 95. Ну я поставил как-то сет. Ой, еще Тесла. Ну, там бы бровочку тупо чистить. Они так на бровочке сочно стоят. Не, аптеки нет. Туда ехать. Хотя не есть, стрим. Ай, блин. Твою душу. Че там по бровке твои? Стоят они, ща почистим. Блин, у меня было 99. Ай. Мамонтик, мамонтик. Все, чисто твоя бровочка. Все, разъехалось, нахуй. Все тут ТП исполнились. Ну так, если честно, дальность не чувствуется занерфленная. А, блядь! Умот. А, Вита. Вот еще пишет. Короче, он и готов. Можем еще одну катку еще. Блин. Солила. Ну, такая хорошая катка без досрочки. Ай, не хочу вздыхать. Детак-то, нажми, нажми, братач. Дай аптеку. Аптека что-то вообще не положено. Он хорошо, он не прожал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, то они все покупают с этого еду. Назад, едь, там... назад, едь, сейчас я дам. Да сейчас, по-моему, так. Сидят, сидят, я жму. Не бейте, не бейте, у тебя секунды, птичка. Ну, неплохо, пошло. Угу. Давай. Не да? Понял. Чего, блин? А что это за прикол? Чего он тут попал? Нихуя непонятно было, ну ладно. Ну сейчас было непонятно, почему он пропал. И, кстати, этот, блядь, шарики все пропали нахуй. А, ну там он купол свой поставил, этот красный. И, блядь, все шарики наши ну, да, испалились. Ну, да. Шатал. Они тоже эту тему не рхнули. Он не рано попал сейчас? Кто прожил? Или его сейчас сбили, который я кидал.
Не-не, у тебя уже он пропал по времени. А, сейчас подольше он будет. А, одна пропала, я думал, три пропало. Еда момот опять. Пантер вроде тоже шарики забирает. Да, да. Кто? Пантер. А, ну отключением, да. А не, мамонт не есть. Еще и на купол наехал. Нормально сейчас. Я походу еду, что научился. Блин, досрочка будет. Типы сдались. Еще мамонт едет. Не, этот не едет на купол. Не понимает, куда ехать надо. Кто у нас соперников по старинке? Куда он без башни, куда ему понять? Что там по оверу, Артём? Сзади едет. Нормально. Жесть, тут из-за шариков FPS уже падает. Я следующий нажму. Молодец. Гений. Собака, блять, надо идти. Они С отхватили, нормально. И так быстро закончится. Хотя, ну дождь почти не крутится, когда у нас две у них одна. Очень долго. Чего? Вставай. Момот сзади, момот, момот, на, чпокни, чпокни, чпокни. Ой, нет. Спереди. Нет, сейчас будет. Еще иди. И все шары слились. Сошок, блядь. Куда? Куда он попал, блядь? А чего? О. Да купол нажал, не знаю, пропал сразу. Я не видел вообще. Моментально. А, там бомба была. Там сбоку была бомба, я звук слышал. Только 6 киллов, неплохо. Так а что, бомба, да, если она не в куполе, то все она отключается или что? Ну, взрывой волной, наверное, не знаю. Не надо, это сенья. Что за хуйня? Да, ну это красиво так смотрится, киллов. Хоть мы и играем долго, конечно. Что-то 1000 очков и кинул. Ух, ух, тут миску, блин. Опять эти момонты, это не без башни, откуда они фармят эти купола? Свои, оверки. У вас есть? Жесть, FPS 20, что тут происходит? У меня 90, я не знаю. Блин, меня слили. 57, нормально. У меня уже чисто слайд-шоу тут на карте. А ты с флеша играешь? Не-не-не-не, не с флеша. Не потянет, блядь. Тесла же если не бы будет. Я играл с флеша, я бы тут минуту, наверное, бы просидел, меня бы закритовало. Там на Тесле же вообще, мне кажется, нельзя, не? Ну да-да, там плюс на Тесле ты не можешь стрелять, только она тебя дамажит. Нифига себе, 70 килл уже дал. Я киллы пиздит. Убить, убить. Ладно, я тебя нажму, чтоб я не сдох, если я помру. Хоть ты поживешь. Ну, дизайна, еще бы на дизайна не было, еще бы было имбуй. А у тебя тема не лагает, когда такое вот происходит? А 30 FPS, ты FPS, ты мне пох. Купола не май, мне в 90. Сейчас скину купол. Сейчас перебьет купол или не перебьет. Давай бей уже. Стой. 75 киллов, выглядит четко. Совелька чувствую. Ай. Ну это случайно прожал на куполе, он так зарез. 75, это значит по сколько? По 36 киллов, 10 тысяч. 10 тысяч, нормально. Выглядит четко.
Короче, не помог нерв, надо по новой, я это все. То может сейчас какая-нибудь шляпа будет. Здесь. Ничего актуального. Не залетит. Ой, это супер карта. Там мусорники одни. Это просто супер карта. Это карта чисто на очень большое количество киллов. Че, наверх не надо или да, что? Да, 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 да. Там же респы все в одном месте. Блять. Ну что ты делаешь? Да что ты оба? Зачем ты забрал у меня мяч? Идиота ты кусок. Забрал мяч и ничего сделать не может. Нафиг ты берешь его? Там иди едь идти, тогда, иди боже. Вперед, сука, заебал. По мне только ладно идти. Едь, да. Иди едь вперед, нубло, блин. Так я не могу, сука, ты едешь, я не а могу. А нафиг ты лезешь на меня, дебил? Так я мяч спиздил. Лах? Да, ладно. Вот едешь и едь, ёпта. Сука, овощ, это вам надо я... на видосы такую тему делать. Ну, я пошел. Своей дорогой, я блядь. Них... Руина, блядь. Я у них на доставке, если чё. Да поставь. Не, нам надо сверху стоять. Ладно, не, так мячик доставить или нет? Или с мячом там стоять? Да можно там стоять, зачем? О, но только у них мяч, правда. Ну, сейчас тогда да, будет габельно. Насос, блядь, там нет. Пока снизу там. Тему потерял. О, кинул вниз, нормально, нормально, мы как раз едем. Блядь, там пиздец, сколько их, ёбаный насос! Нахуй я поехал. Кинул, кинул, пацаны, летим. Нахуй я вниз поехал, едем, наверное. Сей 167 с Джаггера сюда пришел. Бомба! О, не успел. У нас челик поставит, наверное. Да, да, конечно, он поставит. Сейчас тебя чпокну, смотри. Все, мне похуй. Оп, оп, оп. Бомба! Ой, Стас! Ой. Спаси! Хорош. Нормально. Стас, не спасай его, нахуй он нужен. А все, уже засейвил. Все, Тём, надо взять следующий. Да я сверху пошу уже. Ну возьми, по братке, у тебя кризис, ёпта. А я сверху уже стою, все, блин. Ну я тоже стою. Я сейчас перебью купол, кстати, сверху, если хотите. Не надо. Но я пока живу, не буду уже. О, норм, вовремя. У тебя, ты все равно держишь, ёпты, нафиг а тебе перебивать. Снизу, а прошлый был кривой. Сейчас держу, да. Прошлый был хуёвый. Ну и Виталька приехал сюда с респа, ну зачем? Он мог подобрать мяч. Мне сейчас доставят. Что там наши дефит? Потеряли, может наша задефлась? А когда будет близко, тогда поедет. Да едьте там куда-то. Нашу взяли, сейчас они перевезут сюда мяч. Хорошо. Правее пускай, Артём, они же уезжают. Право туда пускай, да чуть, чуть низ, дай угла и вправо пускай. Чтоб там право все забирало. Чтоб типы справа свалить не могли. Где Саша, купол? Саша, типа, мяч везут. У меня будет, сейчас кидаю. А, там Затем есть, ну уже поставил. Здесь у меня тут один респ. Я тебе следующий лагикит. Ладно, вы там пока пускайте, я тут их шпукну. Я нажму. Угу. Шоп, встал, где тебе будет шпук. Этот аспект окей, будто у него бомба вот тут появится. На мясе ебался. Ладно, это там наши пока... Да. Артему нормально дал ты. Да, купол заебись. Нормально, нормально, живи там. Да, Танчик, спасибо, на. Все. Блять, иди на. Сука, шапчик не ебну. Да бля, респы один. Все, пизда. У нас тут есть купол. И меня застопил. А у нас проблемы. Забей. Ебать. Да нет, давай сверху лучше встанем, мы так их просто очень сильно пугаем. Так они будут стоять всегда, они не будут понимать, что происходит. Там сверху будут шары лететь, и они будут просто стоять на точке, им все будут респиться. А так мы их очень сильно пугаем, они сразу бегут с этого респа. Ого, они надо мяч там... забрать, чтобы он у нас был и норм. Да-да-да. Они должны, по идее, вообще кучковаться. Да, блять. По конкретному. Бейте этого дурака. Куда ты поехал, Ян?
Я чпокнись, не кидай туда. Пошли наверх. А, подожди, ладно. Надо сейчас от этого купола сыграть. Да опять, мы сейчас так и останемся тут. Бля, там есть сверху. Блять, еще и ханты сзади. Ой-ой-ой, Тасик, я сам упал. Боже, блин. Инвалида кусок. Полетели, полетели. Все. Все, меня минусануло радостно, не стоит. Чпокинг, кто сам упал? Шафта, сзади чпокни, блядь. Да, да, разверни, шафта, чпокни! Шафтатик стоит! Он меня сейчас респить будет. Да пусть ебет тебя. Я только расходку прожимаю, он лежит на в харе. Блять, хата, пиздос. Пиздос, нахуй. Он умер, ща поживем. Ща по меня будет. Фу, блять. Чуть не чпокнуло. Сзади шафт едет вас. Пох. Где он? А, не, за ним далеко, там нас хорек разберется. Он уже царится. Главное, чтобы он меня не чпокнул. Царится, пусть царится. Типа, тут еще плюсом то, что яйца летят и они не взрываются. Ну, об танки, например, и ты все по ним даваешь. Сверху. Тут сзади вас пик, он с бомбой МБ. Не, без, без. Да Иван перебил. Паша, кстати, блин, целится, он на аптечке у них стоит. Сука, право от нас. Твин с дальностью мне корпус сбивает, заебёшь. Он ждёт, пока купол пропадёт. Реакции не хватит. Ты дашь ещё. Хантер. Туда бы в того шафта запустить счёт. А, Васпик с бомбой едет сзади. Прям жми. Не, не успел, не успел. А шафт с овером, ребят, сейчас у купол пропадёт, будет плохо. Он на себя смотрит. Тёма, с овером. И Вики на фриз с овером. Тёма прожмёт, да? Понял? Ёбаный, сука, блядь. Да не толкай, братачик. Братачик, пошёл. Так, если чё, я кину. Сука, блядь. Да поёбаный. Тут вазу с бомбой, но я перебью, если кинет. Чпокинг, не, чпокинг, чпокинг. Что происходит в этой игре, блядь? Лагает, не знаю, нахуй. КПС 20, ну прекрасно. 20 КПС, это ещё мало, если чё. На все, шариков, блядь, сейчас будет еще больше. Ничего не занят, я дебил инна. Ничего он не придумал. Сзади твинс. Кто ставит? Я ты? Я ставлю. На все, шеф аккаунт стоит, хантер еще похуй, блядь. Он просто не понимает, что происходит с этой игрой. Он не нашел даже мяч, походу, ты полынь не видит, где мяч вообще. Что это игра? Все сломано, блядь. У меня автовыход уже. Ебитный блядь. Реакшн. Он сзади вас пик с бомбой, сейчас кинет, наверное. Не, но не он успел. Опять не успел. Опять не успел. Там уже нас пятый Стас говорит. Ты очень опасно стоишь, Артём. Я сейчас пизданусь. Да блядь, что за хуй. Скаутом, братачек избить. Блядь. Ждашку вся зуба сос. Ну, зима поместить, сим хопера. Я сейчас этот разозлюсь и пойду чпок. Не, мне кажется, у меня сейчас комп сгорит просто. Скорость, бля, уже 18. Вообще плохо. Уже 18. Бомба! Я вижу. Блядь, вижу. Она сейчас бы если бы там она подорвала. Я вижу, Артём. В отличие от некоторых, сука. Да, которые блядь, меня блядь продают. Блять, я сейчас. Сука, пизда тебе сейчас нахуй будет. Сам сейчас там пизда продает. Убиваем, убиваем, оп. Блять, иди нахуй, иди сюда, сука. Ты бы нам бы хоть купол поставил, инвалид! Да похуй, блядь, заебали! Нас тут нагнут сейчас там, всё. Там, этот, Виталик. Заебёшь, блядь. Чё ты, ёбаный. КПС 15, это жесть. Я нажму. Понимаю, сейчас у тебя пятёрка будет. Где-то опять там лысатый приехал, вот чушка, сука. Вот тебя раз! Как интересно, я сияю по куполу 10 лун на нашу, ебаль. Ай, блядь, ты толкай. Дурац. Такой смешной человек. И кидает, и кидает, стоит, и кидает. Нужно едет прыгать, ой. Жмите, 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 у кого там? Подавление, подавление идет, я к нему.
Ебать. О, там снизу Витальку отпидорасили. А где шарики? А где яйца? Пропали от чего-то. Сатаны! От Хантера, от чего? А что-то мне ХПС все равно не восстановился. 17. Не восстановился. А мне, кстати, хуже стало, у меня 20 уже, ёба! Ебаный, да. Что было? С кирпином сорвутся, нахуй. У меня 20. У меня даже пинг поднялся, 107. Говен. Чуть не ёбный, блять, он заебешь, скинет меня когда-то. Братанчик хочет мяч. Бля, ты типа, это все пропало, но почему-то ФПС не восстановился, реально. Ну да. Еще одна сука. Я прожмую. Боже, 5 минут моему компу еще потерпеть. Я шептал, блин. Братанчик хочет. Приколи сейчас, Стас, хлоп, и вылетел с гадки. Иди козет, Вася. Погрузит-то ладно, чтоб комп включился после этого. Витальки там комп тоже офигевает. Ну, ждите. Блять, еще этот хоппер заебал меня толкать. Не хочет мяч что-то взять, он заебал меня там. Сука, донойно. Так, еще 4 минуты, нормально, на сотку идем. Я ебал. У вас есть купол? Да. Нажми, если что там сейчас будет. Блять, если ебали чуть-чуть, надо туда дальше пускать еще, блять. Да в стену улечу сейчас. Маши типа просто стоят, смотрят, надо все. Нормально. Сука. А снизу кинули, где это было? Да, снизу бомба была. А, да я чересчур вниз корпус спустил. Ну да, тебя выглядывал, у меня не особо выглядывало, не подавалось. Ну ФПС что-то лучше не стало, хоть я и отреспился. 15, 50. У меня 23. Но все равно, нет, слишком долгие катки, блядь, что нельзя. 8 ФПС, 9. 24 у меня, 22. У нас нету, пизда, все, лагает нахуй. Лагает, Ян! Ёб, Ярик вырубай, нахуй! Меня убили. Всё, пизда. Живи, живи, Стас. Я шатал трубу. 20 фпс, я в шоке. Можно, чтоб катка уже закончилась? 16, не-не-не, пофиг. Пусть один будет, играем. Ой, блядь, как неприятно. Ну, было 10, уже 8 стабильно. Что происходит? Ой, блядь, Гаус, блядь, начал. Пусть Орех видос посмотрит, ничего не изменилось. Сука, надо выключил. Привет, Орешек, лопай. Ничего не поменялось. Васпик с бомбой, надо перебивать тем. А у него тем, подавление. У него подавление, не может. Пиздос. Второй сдох. Ну, пятый вообще. Сейчас я с 8 фпс доеду туда к ним. У меня 15, ёмы. Жесть. 6. 1 фпс, 5. Пока я на месте стоял, получше было. Да, скоро начнёт вылетать, и мы не сможем играть эту катку полностью. Чистую. Перепускали шаров, короче. И опять же, они пропали, но типа все равно. Ну да. У меня там там эта лиса с мечом стоит, сука, дед в кроссовках, блядь. Сейчас я разбуюсь, нахуй. Разбубся, блядь. Иди поставим кроссовка, нахуй. У меня уже лагает, я не могу. Я только... Так, а куда ставить-то, блядь? Туда ставь! А, на дефолт, ёмы, поставь. Мяч ебаный, воротно. Чё происходит в этой игре? Я думал, мяч тебе поставим. На, ставь иди. Ой, блядь. Гром, блядь, что ты хочешь, братачек? Иди отсюда. Ой, блядь. Опер хочет мяч. Кроссовки, блядь, одел, нет? Или снял? Думаю. А где шарики? Все, шаров шарики осталось. Шарики пропали, там ханты отключили, что-то отключил. Вон, смотри, где наши хоппер залез. Опять кроссовка тут. Я шатал, бля, сотку не дадим. Сдохли два раза, походу. Такой. Я 6 раз сдох. Купол, купол, ну нажался, еле нажался, блядь. Это корпус не спускает, а я уже улетел на рез так. Титан едет. Сейчас перебьют нам. Нет? Еще бомба. Габелла, у меня нет. О, изванка полетела. Нет, сзади бомба была. Да, сзади была бомба. Я попрыгать десать, если еще не сказали, я не вижу. Опять кроссовки, сука, взял. До 2000 не дотянул. Смотрите его, а у него венки нет. Сука, чтобы катку. Ну я сейчас 8 фпс задефаю.
Ой, блядь, куда я поехал? Куда я поехал? Ну, он улетел внизу. А где он? А, я не вижу ничего вообще. Да, ладно. Ну, нормально не поставит. Но у меня лагает, это жесть. Ебать, я еще успел. Уже 7 FPS, еще один. Ебать! Сквозь. Не, это ужас. Блядь, 14, и это пиздец. Это просто ужас. Лучше постою на месте. У меня 20, и я чувствую себя, как будто у меня 2, на. Да не 20. Надеюсь, ты без ролики, братанчик. Хорош, второй забитый. Ух, что купал. Ну чё, сколько там? 15 кусков. Ёпти, насыпало! Брат, моя фотка, брат, сыграли фильм. 15-15-10, да. Офигеть, да ну нафиг, а чё так много? А, отката вообще нет, мы просто в одно рыло в нашу сторону все забрали. Я шатал. По пятнарику насунули, я в шортах. Это ж мы, если б по 100 киллов дали, ё-моё, сколько можно было взять. По 11 упасть, заебись. Жесть. Жестко, жестко. Знаешь, говорил, like, бим. Очень жестко. Чата большая.